Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будут новые бесконечные гонки на мотоциклах на Android. От этого разработчика есть, в принципе, похожая игрушка. Ту игру скачало более 100 миллионов людей. В принципе, отличный показатель. И не только про мотоциклы есть игры, и автомобильное вождение, так сказать. И вот, совсем недавно вышло у них, так сказать, продолжение, новая часть вот этих вот бесконечных гонок с мотоциклами по улицам США. Да. Так, стартуем. Здесь, как видите, у меня супербайк, но когда мы с вами будем играть в карьере, то у меня будет там обычный мотоцикл. Скорость маленькая, управляемость маленькая, а тут я вот катаюсь на таком вот супербайке. Так, не врезаться. Управляю я мотоциклом с помощью своего телефона, акселерометром. Можно также настроить это все в настройках, например, поставить кнопки, жесты, либо же вот наклон, который сейчас у меня и установлен. Просто, я не знаю, акселерометром там здесь вообще нормально так и более-менее типа реалистично, так сказать. И поэтому давайте все-таки доедем до финиша, чтобы завершить это задание. Разгоняемся. А в левом нижнем углу у меня кнопочка, чтобы тормозить. Справа это типа вставать что-то на дыбы, но у меня не получается встать. Я нажимаю, пока что вроде это недоступно. Я также оживлю, чтобы доехать полностью до финиша. А что такое, все что ли? Ясно, не все, да. Ежедневное задание закончилось, через 4 минуты будет другое. Естественно, имеется очень много различных мотоциклов, абсолютно на любой вкус, байк, не байк, быстрый, не быстрый, все здесь есть, поэтому... Так, что у меня по деньгам, я могу что-нибудь купить? Нет, это вообще 7000, поэтому будем кататься на таком вот скутере, я могу улучшить ускорение. Так, что я еще могу улучшить? Ох ты, мне дали, что еще? Это я, получается, сейчас скорость улучшал, да? Вот теперь, я думаю, можно улучшить ускорение. Ну-ка, давай, ускорение. Все, еще 300 и управляемость. Торможение мне не надо, я тормозить сразу вообще не буду. Чисто управляемость, различная краска и наклейки, да? Ну, не наклейки, а больше всего похоже на обычные скины, да? Теперь нажимаем играть. Это нам ничего не надо. Убираем. Нажимаем играть. Здесь у нас такие режимы, как гонки на время. Это сюжетный режим. Также имеется режим мультиплеер. VIP-режим, поэтому гонки на время, просто-напросто сюжетный режим, как бы моя карьера. В настройках также я не нашел выбор графики, стоит у нас стандартная, тоже вроде неплохая. Почему вроде? Да, она неплохая. Со своим весом, практически там 70-80 мегабайт, я думаю, это нормально. Так, ну что, ускоряемся, очень медленный мотоцикл, так знаете, скучно ехать, я даже не знаю, могу просто притормозить, потом опять поехать, ну реально очень медленный, поэтому на обгон, так, воба, видали, как я дергаю, акселерометр просто на высшем уровне у меня, чувствительность вообще, смотрите, фоба, фу, нифига себе, так и руль можно откинуть, да, так, фу, ё-моё, вот эта чувствительность тут. Нажимаем дальше. Так, да, в натуре. Чувствительность тут мега реально большая. Как чуть-чуть ее убрать? Ускорение ручное. Во, ручное. Хватит уже играть все от игры. Будем сами ускоряться, сами тормозить. Жесты, газ. Это все знаю. Во, теперь я сам буду газовать. Вот так интересно уже стало. Наклоняй устройство. Да я уже знаю. Вот так вот. Сам буду газовать. Все, хватит. Вот этих вот авто всех... И никакой игры вообще, в принципе, не ощущаешь, только управляешь, тормозишь и все. Тут вот уже сама газулька, газум, на обгон, еще вот ближе к машине подъезжаем. Ух ты, сколько денег, или что это? На случайных уровнях будут появляться фургоны с денежным следом, следуйте за ним, чтобы обогатиться. Ну, это я смогу, нифига себе, он разогнался, но, к сожалению, мой мотоцикл настолько медленный, что я даже не могу догнать его... Да, что-то там взрывается, посмотрите. Так, ускоряемся. Оп, обгоняем, чтобы добавляли нам кубки. Здесь еще и все. Так, давайте еще раз. Да, и будем с вами завершать обзор этой игрушки. Также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк.
Так, ну что, ускорение. Сейчас этот уровень завершим и завершим сразу и обзор этой игры. Так, давай, обгоняем один кубок. Сейчас еще будем делать, будем очень рискованно сейчас с вами проходить это. Так, отлично. Опа, аккуратно. Ой-ой-ой, слишком сильно дернул и прям задел, и я вылетел. Ну, в общем, это все, и всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.